Хуже Тарасова, как жестоко Манекен поступил с Бузовой. В жизни Ольги Бузовой случилось то, чего она так боялась до встречи с Давидом Манекеном. Ее сердце опять разбито. Ведущая объявила о том, что ее отношения с блогером закончены. Сначала она заявила, что не будет раскрывать причин семейного скандала. А потом эмоции взяли верх над самообладанием. Звезда Дома 2 публикует в сети подробности того, каким на самом деле был ее роман, казавшийся со стороны идеальным. Ольга встретилась с Манекеном на съемках клипа «Лайкер». Совместные съемки сразу же их сблизили. Между ними пробежала искра. Только в конце 2019 года ведущая решилась рассказать, что встретила наконец-то свою судьбу. Она была уверена, что Манекен – тот самый человек, с которым ей удастся создать крепкую семью. Осенью 2020 года в СМИ попал слух о том, что Бузова находится на грани разрыва с Манекеном. На фоне этих обсуждений она стала выходить в свет одна, а все вопросы журналистов о ее бойфренде оставляла без ответа. Паре удалось преодолеть кризис в отношениях. Уже в ноябре они снова стали ходить на свидания и клясться друг другу в любви. Затем был декабрь, загруженный работой, а дальше совместная поездка на Мальдивы. На островах случилось то, чего так ждали фанаты Ольги. Она вышла замуж. Пара провела на побережье свадебную церемонию, кадры которой попали в сеть. Тогда казалось, что на свете нет никого счастливее этих двух. Но дальше мир узнал ужасную правду о реалиях романа Бузовой. Ольга публично обвинила Давида не только в неверности. Якобы он изменял ей с дамами легкого поведения, но еще и в побоях. Она написала о том, что пострадала в результате рукоприкладства со стороны блогера. «Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле? Как ты меня бьешь и плюешь в лицо, и как оскорбляешь?» Высказалась Ольга в Инстаграме.